Всем привет! Снова посылки сайта AliExpress. Сегодня небольшой микс посылок, товар до 1 доллара и прочее. Первое, что я хотела показать, это мои любимые наушники. Я уже показывала их, заказала повторно еще две штуки, подешевле на акции. Первое, случилось там катастрофа, что-то тяжелое положили, и вот эта вот штучка внутри микрофона сломался. Но наушники потрясные, буду все время их брать. Мне нравится здесь микрофон, регуляторы громкости и многое другое. Советую покупать, ссылочку оставлю в описании. Следующее, что я хотела показать, такое вот ведерко, стоило 56 центов, вроде ли 59, не помню точно, это для Хэллоуина. Дошло оно очень быстро и упаковано было в пупырчатую, в такую в поролоновую коробочку. Еще здесь поролоновая такая была заглушка, чтобы не сломалась. Вот такое вот милое ведерко решила взять на пробу. Для Нового года заказала вот такие вот по 48 центов, или по 49, точно не помню, бантики на елочку. Золотого цвета, дошли очень-очень быстро, потому что все-таки сейчас не Новый год, и поэтому они дошли очень быстро. Стоили 48 центов одна штучка, поэтому как бы я заказала две, чтобы на всю елку хватило. Пришло вот такое вот зеркальце, мне здесь внутри расчесочка. Сейчас я покажу вам. Вот так вот расчесочка ложится, вот такое чокопай зеркальце. Вот. Стоило оно, по-моему, 95 центов. Не очень дорого. Пришли очередные мои карты памяти. Взяла я в этот раз на 32 гигабайта. Шли они, как всегда, месяц, чуть больше. Обожаю этого продавца. Карты памяти работают исправно, флешки работают исправно. Все просто супер. Ничего не глючит, ничего не исчезает. Все супер. Ссылочку, как всегда, в описании. В общем, вот. Теперь приступим к распаковке вот этих вот посылок. 6 штук пришло мне, скреплено в одной штучке. Стоимость этих посылок всех до доллара. Эта посылочка стоила, сейчас я здесь где-то написала, 58 центов. Здесь пришли две вот такие вот штучки. Это шапочки на голову для душа. Вот так давайте откроем. Одна, вот эти три штучки стоили, три шапочки, по-моему, 36 центов. Или 30, нет, 30 центов стоили. Вот такая вот шапочка для душа. Я думаю, очень классная. Взяла две на партию. Сейчас она, по-моему, 29 центов, три штуки стоит. Почему бы не взять за такую смешную цену? Сегодня буду пробовать. Следующая посылочка стоила 95 центов. Здесь находится вот такое вот чудесное ожерельце. Не знаю, многие писали, что оно сразу чернеет. Ну, посмотрим, как оно будет носиться. Вот такое вот классное ожерелье. 95 центов. Дошло очень быстро. Эта посылочка стоила 79 центов. Здесь находятся вот такие вот трусики. Каждые трусики, по-моему, 36 центов стоили. Или чуть дешевле. Они такие красные и розового цвета. Эта посылочка стоила смешные деньги, всего 14 центов. Заказала ради прикола посмотреть. Это разделитель желтка от белка. У нас такие по 5 евро. А я взяла такую штучку за 14 центов. Эта посылочка стоила 19 центов. А здесь находится, я уже показывала, такие заказывала наклеечки. Это наклейки для Хэллоуина. Сейчас я их открою. Вот такие вот наклеечки за 19 центов. Это татуировки такие. И последняя посылочка стоила 67 центов. Это дозатор для духов золотого цвета. Я просила, мне прислали золотого цвета. Он немножко отличается от того дозатора, что у меня был. Поэтому, в принципе, здесь нет такого колпачка, нету видимости, где ездит, сколько духов есть, сколько нету. Поэтому вот так вот, 69 центов стоил. Ну, на этом все, спасибо за внимание, будет еще много-много посылок. Видео, скорее, периодически будет выпускаться раз в неделю, может быть, чаще, может быть, реже, как у меня будут приходить посылки, как заказами будет. Так что оставайтесь со мной, ждите меня. Ждите новых обзоров, участвуйте в конкурсе, подписывайтесь на меня. Спасибо, что смотрите меня. Всем пока. С вами Лена Латвия.